Здравствуйте, с вами «Взрослые игры», я Марина Табекина. И сегодня мне хочется поговорить о семье, о том, каким образом, скажем, нас объединяют в семью, да, по каким-то моральным принципам, по каким-то социальным нормам, для того, чтобы мы действительно могли быть ячейкой общества. Ну, это такое не очень интересное слово, наверное, любящей парой, да, людьми, которые будут счастливы. И поэтому передачу я свою назвала «И в горе, и в радости». О чем это? Конечно, всем понятно, что когда двое людей соединяют свою судьбу, то, что с ними происходит, им приходится разделять. Но так ли это на практике? На самом деле многие понимают, что если у одного что-то случилось, да, со здоровьем, как бы, или какие-то другие серьезные проблемы в семье родителей, то тогда нужно его поддерживать, нужно за ним ухаживать. Но это когда действительно происходит, ну, грубо говоря, как минимум катастрофа. В большинстве своем все остальные моменты, которые происходят со второй половинкой, люди не воспринимают как нечто важное, потому что каждый из нас находится в каком-то состоянии стресса своего, каждый решает какие-то жизненные задачи, и поэтому считает, что другой в принципе должен его не обременять и не тяготить. Давайте в качестве примера возьмем личный кризис человека. Вот так получается, что, например, у мужа или у жены что-то произошло, что привело его к переоценке ценностей. И человек изо дня в день, да, буквально несколько месяцев, а иногда бывает и несколько лет, находится в состоянии плохого настроения, сниженной самооценки, ему ничего не хочется делать, как бы он начинает грубить, он начинает сам часто обижаться. Как правило, все это воспринимается очень враждебно, и мы считаем, что другой человек, он не имеет права себя так вести с близкими в семье. И в какой-то степени, конечно же, у нас своя правда. Но суть заключается в том, что если мы понимаем, что близкому человеку плохо, мы должны на это обратить внимание и, возможно, натолкнуть его на то, что существует какая-то помощь, и это не обязательно работа с психологом, вот, для того, чтобы он смог выбраться из этого кризиса, если он сам не может. Ведь то же самое происходит иногда и с нашими детьми. И родители обращаются, например, к психологам или каким-то другим специалистам, только когда у ребенка уже вал проблем, которые можно было изначально избежать, если бы заострить внимание и серьезно отнестись к каким-то признакам, да, неблагополучия, которые начинает транслировать сын или дочь, например, скажем, переходя из начальной школы в среднюю, да, или, например, готовясь как бы к ЕГЭ. Получается, что пара дана друг другу для того, чтобы поддерживать друг друга, обращать внимание, да, на то, нужна ли близкому человеку рядом там забота, нужно ли ему, чтобы о нем действительно как бы как-то позаботились так, чтобы он почувствовал себя значимым, важным, чтобы, возможно, повысилась его самооценка. Но у нас говорят, нет, не за мой счет, пускай свои проблемы решает сам. Возможно, это жестокосердие, а может, это просто как бы неумение ставить себя на место другого человека. Ведь чаще всего, когда мы встаем на место того, кто недавно как бы показывал нам неприятное поведение, мы лучше начинаем его понимать. Мы начинаем говорить, вот, наконец-то я поняла, почему ему было так плохо. Так что же он нам об этом не рассказал или она? Рассказывал. Он как мог, так и пытался рассказывать. Никто не услышал. Бывают ситуации, когда мы некоторые проблемы другого человека обесцениваем. Да? Например, муж с женой живут, и она поссорилась с подругой детства. Для женщин вообще характерно эмоционально реагировать на очень многие вещи. А тут получается, что для нее это какое-то вообще очень неприятное, но важное событие. И она пытается разделить ее с мужем, но у мужа на самом деле свои какие-то задачи, и он не понимает, насколько это серьезно влияет на настроение, на жизнь его женщины. И таким образом очень часто ты слышишь какие-то фразы, там, да перестань, да чего ты из мухи слона делаешь, да помиритесь, да все будет хорошо. Но, увы, жизнь такая штука. Некоторые люди расходятся, как в море корабли, раз и навсегда. И поэтому болезненно это переживают. Да? Любая ситуация, которая неприятна, и она тянется больше, скажем, нескольких дней, да, она застревает как бы в человеке. И если второй партнер обесценивает ее, то получается, мы уже не в горе. А вопрос, а в радости мы способны находиться вместе, если мы не способны поддержать человека при каких-то неприятных событиях? А вот и ответ. В многих парах в момент радости как бы завидуют или конкурируют. Мужчина начал подниматься по карьерной лестнице, и женщина вместо того, чтобы радоваться, начинает
хотеть действительно как бы каким-то образом проявить себя, да, доказать, что она тоже классная, что она в чем-то даже может быть лучше, потому что ей становится страшно. Страшно, как это отразится на ней, страшно, как он будет к ней относиться, а, возможно, и он иногда подталкивает своим поведением ее к этому. И получается, и в радости тоже единицы семей как бы способны поддержать друг друга. Единицы семей действительно способны порадоваться. Как здорово, что с тобой это произошло, да, я готов с тобой это разделить, да, каким-то образом это отметить, как бы запомнить этот момент, потому что он для тебя тоже важен. В общем, в принципе, в большинстве своем люди не умеют жить, да, несмотря на то, что в какой-то момент они соглашались быть вместе и слышали в ЗАГСе. Но теперь вы и в горе, и в радости. Она же чокнутая и меня ненавидит. Хаус, мне нужно твое присутствие всего на 2 часа. Просто молчи и веди себя по-взрослому. Да, там будет ад. Но с тобой мне будет легче. В этом и заключается отношение. Трудности делятся пополам. Я уже не раз говорила во многих своих программах о том, что есть очень хорошая книжка «Парадокс страсти». Она его любит, а он ее нет. Нет, это не реклама книги. Это скорее про то, что она помогла огромному количеству моих клиентов и мне самой в какой-то период, потому что написана очень хорошим, доступным языком, несмотря на то, что это заметки специалиста, да, который описывал опыт работы с парами. И каждый в этой книге может найти себя и увидеть, как не надо делать. Как надо – это уже, конечно, индивидуальный рецепт. Здесь нужно смотреть, собственно говоря, что за 2 человека вместе живут, сколько живут, при каких обстоятельствах и так далее. А вот как не надо – там действительно каждый может прочитать. И в этой книге очень многое построено на дисгармонии, да, которая проявляется в том, что кто-то в паре находится в подчинении, а кто-то находится в роли ведущего. То есть фактически или тиранит, или пытается каким-то образом давить на человека. И ведь в большинстве своем на протяжении всей жизни мы меняемся этими ролями. Сегодня, например, у жены что-то получилось, она себя чувствует хорошо, а у мужа, например, не получилось, он себя чувствует плохо. И она начинает его гнобить. Она даже не понимает, что она гнобит. Эти требования могут быть относительно, например, того, как он себя ведет за рулем, как он занимается воспитанием детей, сколько он зарабатывает. Причем это не обязательно критика, это могут быть, как женщина любит, пожелания. Да? Вот. Но мужчина настолько может находиться в уязвимом состоянии, что, во-первых, ему становится плохо от этого, а во-вторых, он действительно уже не понимает, скажем, да, где стоит действительно прислушиваться к своей женщине, где, а где-то ей можно сказать «стоп». И получается, что в подчинении он начинает или выполнять, если он может это выполнить, или злиться. Следующая ситуация, все меняется. Вдруг появляется какой-то кураж у мужчины, ну, соответственно, какая-то ситуация, которую этот кураж запустила, да. И он начинает чувствовать, что он на коне, и та злость, которую он приобрел, да, в предыдущей ситуации, она у него начинает выходить. Конечно, на кого? На семью, на женщину в первую очередь. Ведь это она его пыталась подчинить, да еще в тот момент, когда он был в слабом положении. И тут женщина вылетает в обиды, потому что она не понимает, до этого-то ей было хорошо, все было хорошо, говорит женщина. Я не понимаю, почему он ни с того ни с сего начал на меня кричать. Мы правда не понимаем, потому что мы не умеем расшифровывать чужие мысли, и мы не умеем анализировать свои поступки. Но фактически получается, мы не обращаем внимания, что каждый раз, да, мы, пытаясь подавить другого, наживаем себе врага, и в конечном счете мы окажемся на его месте. В этих качелях люди проживают всю жизнь. И иногда действительно невозможно отследить, потому что иногда бывает человек, который в роли ведущего, он не давит, он старается просто выходить на уровень «я живу своей жизнью, не мешай мне». И тогда другой находится в подчинении, потому что он как ждущая собачка, да, он ждет, когда же к нему вернется его любимый, любимая, да, когда же о нем начнут заботиться. Потом вдруг, изголодавшись, в дефиците, тот, кто чувствовал себя, скажем, самодостаточным, начинает вспоминать, что у него есть семья. И вот в этот момент, когда он возвращается, увы, часто бывает, что его уже не рады видеть, и роли опять меняются.
И так всю жизнь. И поэтому получается, что всегда есть повод для обиды. Всегда мужчины будут обижать женщин, а женщины будут обижать мужчин. Но это не катастрофично, если научиться к этому правильно относиться и учиться все-таки осознавать свои хотя бы особенности поведения. Очень часто в паре мы друг друга выталкиваем в агрессию. То есть агрессия именно такого характера, при которой нас воспринимают как врагов. И отсюда появляются и критика, и упреки. А если человеку это еще в характере присуще, да, то тогда это начинает усиливаться и становится очень тяжело находиться рядом с ним. Так как мы иногда не понимаем, да, почему человек начинает на нас реагировать таким образом, то мы со своей стороны еще более, скажем, враждебны. И получается, что два человека начинают, ну, буквально не то что из-за какой-то ерунды, да, а из-за каких-то мелочей биться друг с другом. И эта битва иногда настолько затягивается, что если потом спросить, с чего все началось, во-первых, будет у каждого своя правда, во-вторых, они могут даже не вспомнить или помнить только те моменты, которые их больше всего зацепили. А на самом деле все началось с какой-то мелочи. Почему мы выталкиваем друг друга в агрессию? Наверное, есть несколько причин. Первая, самая распространенная, потому что другой человек нам не может в моменте удовлетворить нашу потребность. Вторая причина агрессии, когда люди не умеют понимать, наверное, как бы и принимать состояние человека, который рядом. Ты остаешься со мной? Остаюсь с тобой? Почему? Мы же все время ругаемся. Вот почему. Мы ругаемся. Ты меня называешь самодовольным мерзавцем. Я зову тебя занозой в заднице. Ну и что? Ты такая почти всегда. Я не боюсь тебя обидеть. Ты в 2 секунды успокоишься и опять примешься выводить меня из себя. Очень важно научиться понимать, что негативное поведение другого человека, причем любого человека на самом деле, это признак его душевного дискомфорта. Нет, это, конечно, не обозначает ни в коем случае, да, что всех нужно жалеть, мы не святые люди, что всех нужно принимать, всех нужно прощать, потому что фактически в этой ситуации вы тогда станете жертвой, потому что вы не святой человек, и вы не способны к такой жизни. Но если вы понимаете, что вашей второй половинке, да, вот реально плохо, то это говорит о том, что ей плохо. И когда люди начинают говорить, возьми себя в руки, там, перестань, например, да, хныкать, там, перестань, скажем, себя так вести. Если человек не может перестать, то это говорит о том, что он не может. Причем некоторые говорят, да она не хочет. Возможно, она или он не знают, как это. Но чаще всего люди настолько погружены в какие-то неприятные ситуации, неприятные эмоции, что они действительно не способны остановиться, даже когда захотят. И получается, что когда мы не понимаем поведение, да, своего близкого человека и считаем, что он просто лодырь, что он постоянно драматизирует и ничего не хочет с этим сделать, а такое действительно бывает, да, что он на самом деле как бы занял роль жертвы, и его это устраивает, а такое тоже бывает, то фактически мы отталкиваем другого человека и не даем ему шанс на то, чтобы он нас воспринимал более доброжелательными, да, чтобы он нас услышал, чтобы действительно он захотел изменить эту ситуацию. О чем речь? Если бы на самом деле мы жили в какой-то такой, знаете, удивительной, интересной семье, в которой, вот, ну, скажем, полная идиллия, да, то фактически, когда человеку было бы плохо, он понимал, что он может обратиться к кому-то, да, и его не будут осуждать, причем в том числе и детям. Да, его могут там отдернуть, ему могут там объяснить, как нужно себя вести, но его не будут осуждать, его не будут отталкивать, да, его поддержат и его спросят, что ты хочешь, как я могу о тебе сейчас позаботиться, да, чтобы тебе это помогло. Вот. И в данной ситуации иногда достаточно вот только этих слов. Иногда действительно нужно вот просто брать человека, да, и вести, например, куда-то к врачам, к психологам, к каким-то другим специалистам, а не смотреть, как он постепенно и медленно разрушается, да, при этом злиться на него, при этом постоянно с ним портить отношения, да, и приходить к какому-то внутреннему тупику и беспомощности. Как правило, мы вообще можем не обращать иногда, да, что другому человеку плохо и дискомфортно до тех пор, пока у него не вспыхнет, как бы,
эмоциональный какой-то бунт, бум. И поэтому, если мы живем как бы с человеком, с которым у нас нет духовного общения, душевного общения, будет правильно сказано, да, а это в очень большом количестве семей, то фактически мы можем и не заметить о том, что у него, например, все чаще и чаще стало портиться настроение. Люди, например, быстрее увидят, что человек начал принимать алкоголь, потому что это же какое-то поведение. Нужно как бы взять бутылку, нужно ее налить, от него идет запах и так далее. А что у него чаще стало портиться настроение, что он стал замыкаться, что он стал меньше общаться, что он проводит больше времени у телевизора или за компьютером, да, что он, скажем, меньше занимается своим внешним видом. То есть на это, на все люди обращают внимание редко, грубо говоря, в самый последний момент. И получается, что в большинстве своем иногда человек настолько уже закрывается, что до него не достучаться, и близким в том числе. И люди иногда не понимают, да, что на самом деле в этот момент, возможно, они нужны больше всего. Ну как вы себе представляете? Вот если вам плохо, и вы уже закрылись, потому что посчитали, что вам всем, ну, что всем наплевать, да, на вас. И тут вдруг человек там через 3 недели очнулся и к вам подходит. Ну вы же сами не будете там, ой, как я рада, я наконец-то дождалась. Нет, скорее вы будете давать какие-то... выражения, которые связаны с вашей обидой, да, с какими-то претензиями, как бы с унынием. То же самое будет и с тем человеком, который рядом с вами. Но на самом деле это не обозначает, что нужно спокойно к этому относиться и что ему не нужна помощь. Бывают еще такие ситуации, когда люди не умеют принимать помощь, и на самом деле, наверное, среди женщин таких людей намного больше, чем среди мужчин. Вроде бы живет пара, да, они сошлись по любви, ну, мы так предполагаем, у них есть дети, у них действительно какой-то период все было хорошо, потом постепенно начало разрушаться. И вот в таких отношениях женщине иногда проще пожаловаться и рассказать подружке, чем своему мужу. Конечно, она будет это объяснять тем, что там он там эгоист, он не хочет ее слышать, он не хочет ее понимать, там, да, он там только высмеивать будет и так далее. То есть будет масса причин, по которым она так делает. Но на самом деле, как минимум в 50% случаев все далеко не так. Она не любит просить, для нее это унизительно. Любое его неправильное поведение или слово в момент того, когда она просит, вызывает у нее агрессию и обиду, потому что вот если она ему раскрыла свою душу, то без комментариев, молча, он должен выполнить то, что для нее свято, да, и еще быть счастлив, что его женщина к нему обратилась. И поэтому получается, что иногда в семье 2 человека живут, и чем больше стрессов они проходят, тем они больше разъединяются. Хотя в жизни все должно быть наоборот. Какие-то ситуации должны сплачивать людей, и они постепенно должны строить на этом свое доверие и уважение. Но так как мы не умеем не понимать боль другого, не транслировать свою, в основном все, что с нами происходит, в минус, да, влияет на семейные отношения и на любовь. Вхожу к тебе в офис, и что? Что я слышу? Ты обсуждаешь с какой-то Сарой наши интимные разговоры, наши отношения, все наши проблемы. Ясно же, что между вами не может ничего не быть. Ничего между нами не было, мы просто говорили. О чем это? О нашей жизни? Мы болтали и только! Что значит только? Это отношения, связь. Если все так невинно, почему ты мне о ней не рассказывал? Мне просто надо было облегчить душу. Все чушь. Поговорил бы со мной. Мам, я хочу пить. Я принесу Эйн. Хочешь знать, почему я не говорю с тобой? Ты со мной обращаешься, как со здоровой занозой в заднице. И эта заноза только портит тебе жизнь и мешает достичь совершенства. С чего начать свой путь к гармонии? Ну, если вы действительно хотите как бы находиться в семье, в которой и в горе, и в радости, то, наверное, в первую очередь нужно научиться понимать, как часто вы в плохом самочувствии, как вы себя в этом проявляете, как вы реагируете в плохом самочувствии на вторую половинку, да, и как вторая половинка реагирует на вас. Потому что если вы достаточно часто находитесь в унынии, да, возможно, у вас есть причины. Причем, к сожалению, причины бывают очень серьезные. Какое-то заболевание, да, сбой гормональный, потом невротические какие-то проявления. Действительно, пережитые тяжелые стрессы влияют на психику человека. Но, несмотря ни на что, если вы находитесь долго в этом состоянии, от вас уже все устали. Вы сами от себя устали, но вы – это вы сами от себя не сбежите. А другие, возможно, устали так, что стараются максимально стараться поменьше
лучше с вами общаться. Другая ситуация, когда мы, например, не длительно находимся в унынии, но нам свойственно постоянно проживать перепады настроения. И перепады настроения, они всегда связаны с тем, что нам то хорошо, то плохо. И отсюда получается, человек может быть радостным, потом может быть злобливым. Человек может быть веселым, потом может действительно быть вот прям грустным и унылым. Да? И тогда некоторые люди, которые не умеют так много эмоций выдерживать, причем даже отрядом близкого человека, они тоже уходят в себя, закрываются и иногда даже не хотят возвращаться домой, потому что они не знают, что их сейчас там ждет. Они не понимают, да, в каком состоянии нужно прийти, чтобы все было спокойно. То есть как бы люди, которые проживают с более эмоциональными людьми, да, они иногда находятся в режиме нарушенной безопасности. Поэтому чем больше вы обращаете внимание за собой, чем больше вы наблюдаете, как это влияет, да, на вашу жизнь, как бы, и на жизнь ваших близких, тем больше потом возможностей и даже мотивации, чтобы что-то изменить, научиться управлять собой и научиться хотя бы понимать, да, других людей. Очень мудрые люди, например, которые, к сожалению, заболели, они знают, да, насколько бывает тяжело, когда ухаживаешь за болящим. И они всегда стараются как-то облегчить жизнь тем, кто остался рядом с ними, и дарит свое внимание и заботу. Но таких мудрых людей единицы. Все остальные находятся в позиции «я жертва», и поэтому считают, что другие люди, которые находятся с ними, прям обязаны в этот момент, да, жертвовать собой. Но одно дело, когда у человека действительно есть такой характер, и он, ну, вот прям готов заботиться, да. И другое дело, что человек, в принципе, достаточно эгоистичный, и когда вы входили в пару, он вас воспринимал как успешного человека, как сильного. Плюс еще бывает такое, что человек, например, готов заботиться, но он не готов заботиться годами, потому что он видит, что он истощается и что у него есть свои проблемы. И получается, что он имеет право тоже на заботу и о себе, а не только о нас. И вот когда человек научится учитывать все эти нюансы, конечно же, ему будет проще обращаться и за помощью, и быть менее обидчивым. Следующее, с чего нужно начать путь гармонии, это научиться более понятно, да, объяснять, подбирать слова, действительно рассказывать как бы о чувствах и эмоциях, о мыслях и о каком-то дискомфорте, который вас преследует, так, чтобы другие люди научились понимать, о чем это. Потому что иногда мы настолько кратко, да, пересказываем какие-то свои внутренние переживания, что они, правда, для других кажутся абсолютной глупостью. Вот на самом деле, если посадить в кабинет психолога, да, женщину, у которой умер ребенок, то это, ну, вот просто ужасно. И кажется, ну что может быть, да, тяжелее ее горя? На самом деле любое горе, к сожалению, бывает тяжелым. Все зависит от ситуации, от степени как бы готовности, да, внутренней организма человека, потому что если он до этого был уже очень истощен, то ему вообще для горя очень маленькой ситуации достаточно. И также от того, насколько действительно это было на сегодняшний день ценно для человека. И получается, что мы иногда, не объясняя ценность того, что с нами происходит, ждем, что другой человек сам должен понять, насколько это важно, и отнестись к этому действительно как к чему-то важному. Ну и, наверное, заключительное, о чем хочется сказать по поводу гармонии и, скажем, какого-то движения в сторону того, чтобы развиваться на благополучие семьи, это научиться, наверное, действительно радоваться за человека, да, научиться, наверное, показывать ему эту радость, как бы показывать в каких-то ситуациях, что вы им гордитесь, даже если нет для этого какого-то очень-очень весомого повода. От этого зависят все, и дети, и родители, да, и вторая половинка, потому что тот человек, которого мы любим, вот он нами наделяется определенной какой-то властью, да. И если он из этой власти не оценивает нас как
хороших, счастливых, успешных, любимых, если он из этой власти как бы постоянно нас пытается переделать, если он обесценивает нас, то фактически мы становимся очень неуверенными, напряженными, и там уже у каждого своя реакция. Кто-то действительно падает очень низко, да, и начинает цепляться за того, кто рядом, а кто-то, наоборот, пытается мстить, начинает как бы агрессивно себя вести. Поэтому, когда мы с кем-то живем, очень важно, чтобы он видел, насколько мы заинтересованы в том, что его хорошо – это наше хорошо. И также, что его плохо – это наше плохо. Потому что на самом деле, если другому человеку хорошо, и у него в жизни что-то произошло, может быть, это полноценно на нас не отразится, но ведь его хорошее настроение может привести к тому, что человек будет готов позаботиться, да, проявить себя как более благодарный, создать какие-то условия для себя и для вас. Даже если он просто направит эту энергию на то, чтобы достигать чего-то, и это скажется на благосостоянии семьи, это же все равно наше хорошо. А если человек в горе, и мы стараемся от него абстрагироваться, потому что мы считаем, что это не наше горе, и что, в принципе, он где-то на самом деле делает из мухи слона, то это будет и наше горе, потому что этот человек нам будет портить настроение, жизнь этого человека будет катиться вниз, она будет влиять на нас, и если мы этого не поймем, то в конечном итоге мы придем или к разводу, или к каким-то более неприятным обстоятельствам, при которых, допустим, один употребляет алкоголь, там, скажем, другая, например, да, ушла во все тяжкие, и потом не только вторая половинка, а вся семья не понимают, как себя вести, и уже даже не понимают, можно ли эту ситуацию изменить. В любом случае, жизнь вдвоем накладывает ответственность. Ответственность на то, каким образом мы учитываем состояние другого человека, успехи другого человека, характер другого человека, да, и его влияние на то, что происходит с нами. Ведь если мы живем, например, с соседом по общежитию, и его кровать горит, а наша нет, ну, это абсолютно не обозначает, что все так и будет дальше, и наша останется, скажем, не сгоревшей, да, и нас не тронет его пожар. Это неправда. Просто все дело времени. То есть какие-то ситуации раскручиваются за несколько дней, а какие-то за несколько лет. Но итог один – мы тоже будем разделять эти неприятные события, и мы тоже получим неприятный результат. А значит, для того, чтобы быть счастливыми, нужно учиться понимать, что счастье – это то, что помогает нам быть благодарным тому, кто рядом, помогает ценить и любить в моменте тех людей, которые нас окружают, поддерживать их и, конечно же, рассчитывать на их помощь и заботу. И тогда появляется гармоничная семья. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас на канале Arctic TV, на сайте Arctic TV, в архивах огромное количество рассмотренных мною тем. Но на сайте bekina.ru можно присылать свои вопросы и пожелания.